Я приехала домой, и через... Я дождалась, пока он проснется. Точнее, я уже даже не дождалась, начала его будить. Потому что это была прям темная ночь. И попросила на выход? Да. Я прям сказала, прям, я все, я очень грязно говорила. Ты не выбирала выражения? Ну, я не выбирала выражений. Мне вечером поступил звонок от него, он сказал, слушай, ну, можно я переночую, мне сегодня негде, я еще не снял квартиру. Я сказала, нет, нет, как бы сюда больше нет. Я за 15 минут собрала его вещи в мусорные мешки, прям за 15 минут я это сделала. Все, и очень долго потом отходила, я недели две не ела, я сильно похудела, я лежала просто пластом, прям выкарабкивалась. Это должно было случиться, и слава богу, что я это увидела. И хорошо, что все так произошло, потому что нельзя было себя всю дорогу насиловать.